Ситуация произошла. Да, меня сегодня официально объявили, что меня исключили из рядов КПРФ, что меня исключили из рядов фракции. Ну, я сразу хочу сказать, что это я здесь не хочу обсуждать. Это мы сами разберемся в нашем внутреннем деле. Это во-первых. Во-вторых, немножко хочу рассказать о себе, все-таки, если за меня люди будут голосовать, пускай знают немножко. Родился я в Ульяновске. Всю свою сознательную жизнь я и свое здоровье потратил на служение своей стране. Срочной службой я служил в Афганистане. Кстати, в Афганистане в 87 году я написал заявление о вступлении в партию коммунистическую, тогда еще КПСС. И с тех пор никогда, ни разу, ни в каких других партиях не был. В отличие от некоторых товарищей, присутствующих здесь. Сам я себя считаю, несмотря на то, что исключили меня, исключили коммунистов и членов фракции, и коммунистов, и всеми законными способами, которые предусмотрены законами, я буду опротестовывать эти решения. А кто из